Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске итальянцы прокомментировали выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах. Алена Косторная и Камила Валиева заявлены вместе на международный турнир. Друзья, совсем скоро увидим красоту фигурного катания уже на турнире двух самых компонентных фигуристок в мире. Она не бездушная машина, итальянские эстеты о явлении в фигурном катании. Александра Трусова, вернувшаяся к занятиям с Этери Тутберидзе, которая привела ее к завоеванию двух мировых титулов в юниорах, готовится произвести впечатление на весь мир. В новой произвольной программе, представленной на контрольных прокатах сборной России, завершившихся в Челябинске, Трусова выполнила 5 четверных прыжков, но, что более важно, она приземлила 2 четверных лупса в бонусной зоне. Следует отметить, что ни один мужчина-фигурист во второй половине соревновательной программы никогда не выполнял 2 четверных лупса. В общем, конкуренция в преддверии Олимпийских игр в Пекине становится жесткой с самого начала, и есть впечатление, что всему остальному миру понадобится чудо, дабы помешать российской фигурно-катательной армии. Болельщики фигурного катания из итальянских соцсетей прокомментировали достижения российской спортсменки. «Восхищаюсь этой девушкой за силу воли и ее бесконечное желание тренироваться. Надо сказать, что даже в компонентах короткой программы был заметен прогресс. Будем надеяться, что она продолжит в том же духе на соревнованиях. Даже с точки зрения ментальной подготовки, она заслуживает отличных результатов. Валиева однозначно выразительнее и изящнее, но мне все-таки кажется, что в плане четверных прыжков она немного запаздывает. Посмотрим, сезон объявляется открытым, и он будет полон поворотов. Наконец-то произвольная программа Трусовой, которая идеально подходит ей, в 10 раз лучше прошлогодней Джульетты. Именно тот факт, что только 3 девушки из этих фигуристок имеют право попасть на Олимпиаду, это преступление против человечности. Этот комментарий для всех, кто думает, что Трусова просто бездушная прыжковая машина. Искусство субъективно, искусство — это не просто элегантность и грациозные движения, прыжки — ее искусство. Один лишь выбор музыки должен вам дать понять, что она не такая, как остальные. Нет, она не самая грациозная фигуристка, но проблема ли это, нет. Таков ее стиль катания, мощный, сильный, как и она сама. Как видите, в ней нет недостатка элегантности. Просто сравните ее новую короткую программу с прошлогодней. А ведь именно в таких представлениях оголяется ее истинная сущность. Она никогда не будет кататься с изящностью Анны Щербаковой или Алены Косторной. Но ее никто и не просит об этом, и это нормально, пускай кому-то не нравится, но от этого выступления у меня мурашки. Не ожидала от Трусовой такой произвольной программы. Конечно, в России конкуренция безжалостна, и в этом смысле она правильно хочет занять свое место перед Олимпиадой. Какая сила! Молодец. Я не эксперт, но приятно видеть, как она катается. Алена Косторная, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева заявлены на Финляндия Трофи 2021. Международный союз конькобежцев ИСУ опубликовал список фигуристов, заявленных для участия в Финляндия Трофи 2021, который является этапом серии Челленджер. Среди российских участников заявлены женщины – Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева. Мужчины – Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко. Пары – Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александр Галямов. Танцы на льду – Софья Шевченко, Игорь Еременко, Александра Степанова, Иван Букин. Среди участников турнира, который пройдет 6-10 октября в финском Эспо, также значатся 4-кратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.